Рыбновский район Рязанской области. Строительство. Сегодня в районном центре Рыбное ведется масштабное строительство современных жилых комплексов, квартир, которые востребованы жителями областного центра, а также покупателями из соседних регионов. Эксперты справедливо полагают, что у Рыбного есть все шансы стать городом-спутником для Рязани. Поэтому застройщиками взят курс на развитие социальной среды, активно осваиваются территории и возводятся здесь новое жилье, различной этажности и комфортности. Приобретая квартиру в Рыбном, люди получают стоимость жилья на 25-30% ниже, чем в областном центре. Плюс хорошая транспортная доступность и близость к Рязани, хорошая экологическая ситуация в городе и развитая инфраструктура района. Дорога, соединяющая Рыбное с Рязанью, позволяет быстро и комфортно без пробок добраться до центра Рязани за полчаса. Вы знаете, мы очень довольны своим выбором. Мы долго присматривались к жилью в Рязани, работаем ведь там, но решили остановить свой выбор все-таки на Рыбном. Выручают и хорошая дорога, и электрички. Добираемся быстро и удобно. А еще нас устраивает социалка в городе Рыбном. Появились новые детские сады, супермаркеты, школы. Кстати говоря, на выходные всегда можно выбраться на Аку, погулять в Константиново, в Пощупово. Ой, ну нам очень нравится с ребеночком. И заметьте, плата за коммуналку в Рыбном гораздо ниже, чем в Рязани. Поэтому для молодой семьи это очень немаловажно. Активно развивается в Рыбновском районе и малоэтажное строительство. Многие давно мечтали о собственном доме и благодаря вполне доступным ценам могут наконец исполнить свое заветное желание. Успешно реализуются на территории Рыбновского района и социальные проекты. Строятся новые детские садики, ведется активное освоение средств по федеральным и региональным целевым программам. Привлекательность нашего района растет с каждым годом. Мы уделяем большое внимание развитию социальной инфраструктуры. Строим новые детские сады. Активно участвуем в реализации целевых программ. Наша гордость – современный детский сад «Золотая рыбка» в районном центре, а также ФСК «Звезда», в котором занимаются спортом взрослые и дети нашего района. Проводятся соревнования областного и межрегионального уровней. Построили и дом для детей-сирот. Ведется строительство жилых домов по федеральной программе переселения граждан из аварийного жилого фонда. Новые квартиры получили 112 семей. И эта работа будет продолжаться и в дальнейшем. Детские сады строятся не только в самом Рыбном, но и других населенных пунктах района. Демографическая ситуация улучшается с каждым годом, и детские и дошкольные учреждения здесь необходимы для молодых семей, желающих жить и работать на Рыбновской земле. В наш детский сад на сегодняшний день ходит 168 детей. У нас все самое лучшее. И люди у нас замечательные, добрые, отзывчивые. Все понимают, если будут хорошие условия для детей, которых с каждым годом становится все больше и больше, значит, весь район будет успешно развиваться. Молодым найдется работа, а уж мы позаботимся о юных жителях Рыбного. Молодым семьям в Рыбновском районе вообще уделяется большое внимание. Строительный комплекс ведет реализацию программы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года. В ее рамках району выделяются значительные средства из федерального и областного бюджетов на приобретение и строительство жилья. Приоритет отдается, конечно же, молодым семьям. Первый в районе энергосберегающий дом был построен и сдан в эксплуатацию 3 года назад. Здесь использованы самые современные технологии, позволяющие жителям значительно экономить на оплате электричества и тепла. Рыбное ждет инвесторов, готовых активно развивать строительство жилья, социальных объектов, баз отдыха на нашей земле. Мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству и открытому диалогу со строительными компаниями и инвесторами, желающими вкладывать средства в развитие нашего района. Разработана инвестиционная карта, с которой можно ознакомиться на сайте районной администрации. А мы со своей стороны обеспечим благоприятные условия для развития бизнеса,